Подростковая преступность бьет рекорды. В Ауэзовском районе Алматы зарегистрирован рост на 73% по сравнению с прошлым годом. Проблемы были озвучены сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как не только вернуть детей с улиц, но и обеспечить их должным образованием, пытались понять эксперты. Объективно сложилась такая ситуация исторически, что на территории района проживает множество людей с средним уровнем достатка, соответствующих материально-бытовых условиях. И, к сожалению, мы имеем многочисленные факты, состоящих на учет неблагополучных семей.